Сергей Михалков, светофор. У светофора окошечко 3. При переходе на них посмотри. Если в окошке красный горит, стой на панели, отговори. Если вдруг желтое вспыхнет окошко, должен еще подождать ты немножко. Если в окошке зеленый горит, ясно, что путь пешеходу открыт. Все светофор понимает без слов. Он говорит языком огоньком.